Станислав Амбрелович, 5-й ранг. Файт! Так, появился я в этой части карты. Значит, сурвы один, может пару сурвов быть там за мейном, и стопудово будут сурвы здесь. Петрович уже дает инфу. А там, кстати, тотем. А можно почистить его, пожалуйста? А можно было чуть пораньше почистить? Ну вот, буквально на секундочке, так, ну две. Здесь еще кто-то есть? Может, уже убежал? А, потерял. А хер с ним. Ой, ти боже мой. Не доставил. Это я на нее раненую, блин, буду тратить время сейчас своей порчи земли. Ну хер с ним. Первое повешение. Уже здесь кто-то заводит. Может, попробую перехватить. Не, ни хрена. Там в мейне сейчас будет абуз пожизненный. Так, бабилка еще не заряжена. Вечный неконтролируемый абуз, который Стасик, наверное, вряд ли тоже сможет его контрить. Она сама хилилась. Она сама хилилась. То есть осколка уже не будет? А, ну, первый пошел. Первый пошел. У меня ливнувший. Вышедший из игры Сурвик. Все, руин упал. Вышедший из игры Сурвик на 4 генераторах. Делаем ваши ставки, друзья. Кто затащит? Наташка инфуда. Оо, кто-то у нас тут палеточки продает. Кто? Леон Скотт Кеннеди. Стас. Блять, он в окно прыгнул, ну. Ну как можно было от этого отыграть? Ну это ж рандом. Он будет дергаться. По нему сразу видно. Сурвацкие лухи не хватает, но дернуться это святое. Сейчас видно было, что хита... Ну, я не попадал в сурва, но хит засчитался. Куда он? Он просто дальше побежал. А зачем он туда через окно это прыгал? А какой был в этом смысл? Вот я вроде бы отыграл от умного сурва, а он как-то сыграл, ну, туповато. Он только время потратил. Может, у него гибкость была... Я такого не понимать. Здесь он меня через окна видит. Два гена дали. Можно пойти затушить того, кто дал ген. Дед. Стас. Сейчас я его резко хит дам. Люблю так делать. Сучары, которые стоят у палетки, чтобы сбросить ее мне на морду. В морду получаю. Просто получает в морду. Тату инфа какая-то была. А, я никого не вижу. Никого не вижу. Присела такая. В этих. В папоротнике. Ты потеряла там им что-то. Я тебе помешал. Так, понятно. Пошел абус мейна. Сейчас она в то окно прыгнет. Ну, она может в него прыгнуть, если бы я за ней пошел. Блин, не в ту сторону. Попробую его перехватить. Он ссыбался за 3 километра. Но я во время игры я этого, скорее всего, не заметил, потому что... Я потерял, короче. Опять-таки, я отыграл от умного сурва, а
получил какого-то тупого, ну как сказать, тупого, не то чтобы тупого, а грамотного. Он просто разрывает дистанцию, он не выделывает. Наташка, что ты видела? Что ты видела? Покажи мне. Как вам стелс уровня? Вот как она вокруг этого шкафчика могла так быстро обходить, чтобы я ее заметил только вот, обойдя полный круг? Заражение. Дед. Ты сейчас палетку продашь быстро, дед? Я знаю, я сыграю по-другому. А, он же ее продал. Я же ее разбил, да? Дед забыл, что палетка. Скажу, там точно есть палетка. И деда просто тогда в мозг так сильно заехали, что... Ну, видно, очень сильно заехали в мозг деда. Продал лачугу. Дед полторашка. Двадцатка. Так, потихонечку вокруг мейна палеток уже становится все меньше, но это не спасает. Ну давай, дятел, что у тебя тут? Что ты мне предложишь? Видели это? Я его так к дереву прижал. Между деревом и собой зажал. А хит дать не смог, разумеется. Он опять идет на разрыв дистанции, но я, по-моему, гибкости у него не заметил. По крайней мере, если бы была гибкость, он бы профризил. Я пойду по генам. Не хочу там, в этих постройках тоже палеток до хренища. О! Джекпот. Есть даже зараженный. И... А, это дед. А где Клэр была? Она значит, развернулась. Палетки тут нету. Блин, ну мне надо обилку заряжать. Поэтому я и ударил тентакль. Я рискнул с фризом попасть и попал. Это просто повезло. Так-то я его из кулака мог бахнуть. Зачем она это сделала? Они со связью. А, он раненый, а она просто заражена. Поэтому она подставилась под хит, чтобы я его не повесил. Самопожертвование. Клэр. Какое самопожертвование? Блин, ну тут можно было, в принципе, пробить. Ну, я поверю, что расстояния не хватило, так и быть. Дед. Дед. Ну, я типа сделал вид, что я не видел, хотя тут можно было сразу хиту давать. А что он предпримет? А зачем он туда пошел? Ну вот опять, я вроде... Не знаю, сейчас наоборот от тупого сурва сыграл, а он... Короче, ты пока поймешь, что с этими сурвами делать, слишком много времени уходит. А ману ошибки допускать вообще нельзя. Обратите внимание, у меня в начале игры мгновенно упал сурвик. Я его начал туннелить, он ливнул. А спустя столько времени у меня остался один генератор. У меня остался один генератор. Некоторые из этих сурвов даже ни разу не висели. Я даже больше скажу. Никто из этих сурвов еще не висел. Вот это первое повешение из 9, которые я якобы должен сделать. Один ген. Один сурв ливнул. И вот один ген. Сказать, что я допускал много ошибок. Были ошибки, но не настолько прям, я бы сказал, грубые. Это скорее просто ситуативные. Просто я не угадал, как сурф себя будет вести. Все. Они даже не хилятся, они просто генератор. А почему? А почему сейчас он так сыграл? Его Наташка напугала? Лёня, ты боишься зомби? Лёня, ты серьезно? Ты пережил Raccoon City? Возможно, у Клэр нету осколка, хотя она одержимости, по идее, ну как это, чтобы у нее не было осколка? И он подставился за нее, чтобы я ее не повесил. Она сняла заражение. Ну, как-никак, у меня здесь какой-то треугольничек даже есть. Здесь ген, там в окошках, в ТЛ-ке, так называемый ген. Дед придумал. Ну нахер.
Отец, отец, вернись! Сними, сними, офицера, ты куда? Клэр сняла. Ну этот, ладно, он тут ляжет, им придется к нему бегать. Прямо тут я его и повешаю. Прямо вот в этой постройке. Крюк вот рядом, как раз. Чтобы им пришлось из моего треугольника, наоборот, к нему бегать. Как раз, нормально. По идее, они сейчас либо хилились, либо заводили. Ну, судя по звукам, они пытались завести. Они пытались загенерировать последний ген. Раненые. Наташка их напугала. Я вижу Клэр. Она решила, не хочет она в эту постройку играть. Что? А птичечку подняла или ключик? Что там у тебя? Да они так будут 20-х разводить. Зачем они так делают? Зачем они прыгают в эти шкафы? Я понимаю ли себе, какой-то Буба был, который неопытный и ну, мог реально там не отыграть от шкафа, но от обычного зачем? Насмотрелись каких-то видосов у этих шкалобесов всяких, которые там издеваются над маньяками, над 20-ками. Деда слышу тут. Ну, если бы не фризануло, я бы его пробил. Но Петрович исправил ситуацию. Петрович, скажи, молодец, Петрович, блин. Красавец. А Белка все еще на втором уровне, кстати. Вот, о чем я. У деда скиллок? У деда, наверное, скиллок. Клэр снимает. Но я продолжаю тушить, потому что мне это не нравится. Они сейчас могут вдвоем один ген завести очень быстро и приседать мне тут в воротах. Поэтому надо продолжать тушение. А что она делает? Бегать по краю карты и... А, понятно, на что ее скилл рассчитан был. Неплохо, неплохо, да. Интересно, какой же ранг? Будет интересно взглянуть. Бегать по краю карты, чтобы подергаться. Блять, я хоть донесу до сюда. Крюков-то больше нету. Нормально. Она минусанулась. Ну что? По сути, все их двое осталось на одном гене. Ну, кому-то из них надо просто по-божески кому-то отмансить. Ну, по-божески отмансить. Как минимум минуту. Ну, хорошо, ну, секунд... Секунд 40. Где так не отмансить? Секунд 40... Он будет бегать. Ну, в принципе, 40 это как и положено. 40 он будет бегать. Секунд 20 я его буду там вешать, например. Не, они не отбегают так. Секунд 20 я буду вешать. Секунд 20 идти до гена. И вот как раз 80 секунд за заводку пройдет. И они смогут дать ген. Но, увы. Мне сейчас показалось, у деда прям озвучка зомбика из первой части Резидента, классической такой. Когда он умирает уже, отстреленный. Ну это уже игра в люк получается, скорее всего. Я думаю, Леня уже все понял. И дед уже, в принципе, тоже все понял. А люка я вроде бы нигде не видел. Может, в той части карты, где я появился в начале игры. Мы там вообще за всю игру, я там больше не появлялся. А здесь я нигде не видел. Хотя должен был появиться. На последнем генераторе. Я здесь везде бегал. Ну, мало ли, может, в какой траве. Не заметил. В мейне точно нету. И там я не видел. Ну...
Скорее всего, он был в той части, где я появился в начале игры. Это там за лачугой. Итого. До красного не дополз. Потому что что? Потому что сурвы левали. Сурвы и... А? Это вот эти вот архитоиды, бегающие по краю карты, рассчитывающие только на свое дерганье, берут первые ранги? Серьезно? Да, серьезно. А ты не верил? Макмиллан! Стас! Фризь. И больше никогда больше не фризь. А, Стас. Так. Есть контакт. Эйс. Что-то он как-то это... У него, походу, баланс. Он как-то быстро рванул. Очень быстро рванул. Не, мне послышалось. Нет, не послышалось. Не, мне послышалось, что Эйс развернулся и побежал в другую сторону. А это... Скотина сломала мой тотем. Она не руин сломала. Люблю делать это, этот трюк. Сурвики, которые сразу палетку не сбрасывают, получают резкие хиты, и возможно, они, конечно, реагируют, но пинг, скажем так, уже не успевает среагировать. И хиты проходят в палетке. На-на-на-най-най. Блин, они сняли, там какого-то кахонос есть. Земля-то еще рабочая. Что-то показалось. Стас, кладетка, земля кончается, надо быстро давать хит. Блин. Не успел, тебе повезло. Ты прямо родилась в своей черной, поганой, невидимой кофточке. Стас. Да ладно, игра, ну серьезно, ну засчитай, пожалуйста. Было, ну честно же, было попадание, ну что не так, а? Наташка, держи. Наташка опять все проспала. Охренеть, она одну палетку сбросила. Я ее пока обошел, она уже через пол карты вон успела в лачугу перетянуться. Я не хочу бегать в лачуге. У меня нет бамбуков для этого. Меня там водить можно бесконечно. Учитывая, что лачуги, они дырявые. Все, что через них просвечивается, сурф, разумеется, видит. Что-то происходит. Я кого-то слышу. Наверху, нанизу, тут. Вот тут. Тотем сверху чистит. Она специально развернулась. Она тоже услышала, что тотем чистит. Надо тотем спасать. Не успел. Все, руин упал. А Кейт, походу, на связи с Мэг. Мэг сказала, что она на втором чистит тотем. Кейт развернулась, забайтила на хит. В принципе, даже если бы я ей не дал хит, я бы, наверное, все равно не успел. А может и успел. Не знаю. Там еще Эш был, он еще тоже мог мне в дверях стать. Так, здесь палета? Нет, он не пошел в палетку. Там твоя горочка была, любимая. Почему ты на нее не побежал? Тебе же баланс. О, какой скилл. Что он делает? Я понял. И побежал дальше, не убедился. Ну, тут я, конечно, поторопился, я не успевал пробить. Но... Я отыграл от умного сурва, он просто перетягивается. Он не знает, что там палетка есть. Ее ж вроде бы никто не скидывал. Подвала нету. Будет тут висеть. До сих пор никто ни одного гена не дал. Я их неплохо так отгонял от них, по идее. Но я думаю, сейчас начнет щелкать. Просто дико начнет щелкать. Руины уже сняли. Мэг помнит мой трюк с резким хитом.
поэтому я сейчас отыграю по-другому, чтобы быть более непредсказуемым. Просто заражу ее. Ну, опять-таки, я отыграл от умного сурва, а мог просто, может, из кулака действительно сейчас точно так же ее пробить в палетке. Иногда меня переполняют умные мысли. Слишком умные для большинства сурвов. Так, она уже разочек провисела, да? Я тоже сыграл более неожиданно. Вот в этой самой палетке я ее пробивал, но... Ну, как сказать, неожиданно. Просто в этот раз я не с кулака пробивал, а тентаклей. Ну а чё? А чё? Надо быть хаотичным, надо быть непредсказуемым. Порхать как бабочка, жарить как пчела. А, Стас. По идее, я бы ее дотуннелил. Руина у меня нету, а на одном выбросе я могу не вывести. Ну хотя, палеток-то уже неплохо распродали. Может и шанс есть, но там еще лачуга. Целая лачуга. Два гена уже дали. За два гена я только одну мэк повесил. Да, они точно по связи. Она думала, я ее бить буду, а я не буду. Я буду дотуннеливать мэк. Ай, ну на тебе, не жалко. Мне не жалко. Я все равно ее затушу. И она в лачугу сейчас пойдет, стопудово. Да, блин, тут... Тут можно было ее хорошенько подрезать. Еще и кладетка сейчас будет. Да, она вообще это... Это был орех. Ну, это фриз. Мэг уже бы сдохла. Она заражена, она хитована. Ее уже можно было тентаклей пробить, но игра фризит. Это вообще кладетка была. Здесь я немножко потерялся. И я почувствовал, что она будет перетягиваться с лачуги. Поэтому сразу же пошел тоже на перетяжку. Вот чуйка у меня была, что сейчас лучшее, что она может сделать, это убежать из лачуги. Я предсказал это ее решение. И тоже вышел из лачуги, а не пытался ее вокруг лачуги сейчас искать. Когда там кладетка бегает и следы оставляет. Ну и здесь я ее перефейковал фонарем в палетке. И все, у меня минус один. Я молодец, я красавец. Наташка, хватай ее. Есть хит. Чудом просто каким-то есть хит. Ее она успела... Профризила. Наташка, ты должна была ее схватить. 5 ударов плетью, я слышал. А, уже убежала. На спринтах, что ли? Больше тут никого не было? Кладетка куда делась? Кладетка тут. Заражение. Вторая фаза. Стас. Ба. Ай, не, ну, без бамбузла такой не прокатит. А еще с фризами так тем более. Не было бы фриза, еще бы можно было попробовать пробить. Но с фризом... Через раз, короче, тентакли она кладетки фризит. Окно закрылось. Послышалось. Послышалось. Она просто вдоль лачуги пробежала. Да, это она заюзала вакцину. Эш хилит. Я вижу. А, Кей Тоторо, а ты помнишь, как ты подставилась под Мэг? И тебя до сих пор никто не прохилил? Я воспользуюсь этим. Не, можно было, конечно, и кладетка хитануть, но... Я решил наказать Кейт. Ну, мне просто так захотелось. Я не хотел, чтобы ее дохилили. Она же уже, вероятно, почти была дохилена, да? Обидно, обидно. Кто-то сильно смелый. А кладетку-то с нуля надо. Я услышал ее. Ни хрена себе, с какого расстояния я ее стоны услышал. Как будто бы я со стридером каким-то играю. Или это норма?
Это был орех, но он какой-то был неуверенный орех. В принципе, я почувствовал, что сейчас будет орех. Я прям вот чувствовал. Но там все-таки была Наташка, и я думал, может прокатит, может ёбнуть. И не зря ёбнул. Хорошо. Она на орехе почти даже не двинулась. Просто у нее какой-то неуязвимость. Она и сработала, но у меня хит прошел не в нее. У тебя зимой. Тихонечко перелезли. Ой, не-не-не. Прячемся, страшно, да? По краю карты бежим. Там было много сейвовых построек. А, ну, да, это очередной Сурви, который будет бегать по краю карты, чтобы подергаться и сделать орех в мана. Ну, я бы, честное слово, я бы сказал, что это двадцатки, но они ведь реально ранги поднимают на вот этом тупизме. Они поднимают первые ранги. Потому что маньякам, вот они без кроссплея играют на первых рангах с вот этими тупыми обузами. И у них все получается, они поднимают ранги. Маньякам-то на консолях тяжело даже таких ловить. Это я-то еще более-менее приловчился, даже с фризами как-то их ловлю. Но как они издеваются над маньяками, это только вот представить. Ну, каждое вот это дергание даже на краю карты, это потенциальный промах. Каждый орех в мана, это потенциально потери и разрыв расстояния. И они все это обузят. Потому что, ну, как-то красиво мансить в постройках каких-то сложных. Мозгов не хватает. Немного таких сурвов встречается на самом деле. А если встречается, то... Ну, это имба. Таких сурвов без бамбузла, например, в этой ТЛ-ке хрен когда словишь. Я слышал. Где-то здесь за стеной. Плодетка сейчас будет вокруг палетки этой крутиться. Лучше бы ты ее скинула, ты не успеваешь. Орешек, который ей нормально не помог. Кстати, игра не профырзила с орехом, удивительно. Не, вообще кладетка такая, ну, выше средненького. Рисковая. Все время тянется к своей лачуге, потому что понимает, что без бамбузла, стасика, лагающего в лачуге водить можно бесконечно. Только что блестки мне показали, где Сурв спрятался. Хотя его, в принципе, было видно за углом, но блестки еще и больше подсказали. Опа. Ой, я отыграл слишком умно, а он был слишком тупой. Ну. И самое главное, игра не поощряет. Вот Сурв, все, он разорвал дистанцию, убежал. Хотя можно было продолжить за ним бегать, но как палетку-то в лачуге оставить? Лачуга и так обузная, еще палетку в ней оставить. Потом Сурва не споймаешь. Я чувствовал, что она сейчас протаст, потому что она обосрется, она уже поняла, что тут Нимезис просто не двадцатка, и продала палетку, просто обосралась. Она со страху, ей страшно стало. Я навожу на нее ужас. Ну вот я эту палетку не сломал, а Кейт ее проабузила. А эту сбросишь, ты сбросишь. Заражение. Стас. Ну, сломаю сразу. Чем меньше палеток на карте, тем лучше. Куда она? Нет, она видела, что я ее подрезаю, развернул в другую сторону. Здесь палетки кого-то видел. А чего они уперлись в этот генератор в лачуге? Это же... Они же треугольник выставляют. Он же дальше... Он же на самом большом расстоянии от треугольника. Им надо заводить наоборот в той части карты какой-нибудь один. А потом растягивать меня на этом треугольнике, на большом. Потому что генераторы остались на двух разных концах карты. Три генератора на одном конце карты. И один вот здесь у лачуги. Чё они уперлись в эту лачугу? Почему они не заводят какие-то другие? По крайней мере, ну я не заметил, чтобы они их заводили. Они допускают сейчас вот банально ошибку. А самое главное, что если бы я не затуннелил мэг, эта ошибка бы, ну, никак бы не сыграла, потому что, потому что сейчас бы 100% они бы эту лачугу уже давили, если бы мэг была жива. А в 4 сурва даже на вот этом Макмиллане без палеток, вывести даже треугольник я бы просто не вывез, как пеший ман.
Но они допустили ошибку. Они не видят больше генераторов на карте, не следят за этим. Не запоминают, где, что, когда. А это говорит исключительно сейчас о том, как раз таки, что суровые допускают ошибок больше, чем я. Поэтому я их побеждаю. У них два генератора. И у меня минус два. Уже. Только потому, что они допустили ошибок больше, чем могли. А ошибок сурва можно допускать просто немеренно. В отличие от маньяка. У маньяка даже один промах, вот даже не то чтобы промах, а один-два удара, которые были 100% попадания и не засчитались. Два удара — это потенциально потерянный генератор. А один потерянный генератор — это все. Они все равно уперлись в лачугу. Не, ну там, конечно, какой-то заводится, но... Возможно, они рассчитывают сразу два одновременно дать. Это тоже хорошая тактика. Не. А не, я угадал. Ну-ка, пробью? Нет, не пробью. Он завернул резко. Ладно. Я понял, почему он именно на лестницу идет, а не в дверь. У него же баланс. Сейчас он спрыгнет с ближайшего этого, ускорится. И мне надо опять его нагонять. В это время кладетка может дать лачугу, а может какой-нибудь другой ген погорячее поднять. Чтобы плюс-минус приблизительно два одновременно дать. И... А почему он так сыграл? Я хитанул его сейчас в окне. И ему надо было просто разорвать дистанцию на лестнице. А, Петрович на лестнице стоял. Мужику не повезло. Поабузил свой баланс. Молодец. Они все равно дали лачугу. Ну, тупые сорвики. Ну, как сказать, тупые. Кладетка, в принципе, нормальная. Но она нормальная, но вот да. Она больше всего уперлась именно в этот генератор в лачуге. Она... не чекала инфу, где какие гены завелись и где какие гены остались. Она тупо всю игру вот в эту вот лачугу упиралась. Я так понимаю, эта кладетка все. Она, вероятно, она уже сидит на люке. И я довольно много побегал на карте, но люка я не видел. Я во многих постройках бегал после заводки. После каких? После какого момента? Я не знаю. Ну, люк надо 100% где-то. Может, он сейчас и появится. Может, где-то я его в траве не заметил. Не, кладетка точно на люке уже сидит. Вопрос только где. Здесь на горочке нету. На горочке я был, когда он должен был появиться. Но она на люке сидит. Хотела бы уже спасла, я ей давал много возможностей спасти Эша. Но она не хочет. Ну вот она мне уже дает инфу. А, ну в принципе да, это единственное место, которое я не прочекал. В этом углу на карте я даже ни разу не бегал. Нашла, радуется и хвастается. Да ты рачила. Чему ты радуешься? Тебе просто повезло. Вот. Хитрости мало, потому что, ну, тентакли, некогда пользоваться тентакли. Она, все. Стасик на красных. Стасик на красных. Стасик? Лагающий Стасик? Без кроссплея? На красных? Ага. Добро пожаловать на красные ранги.
Обновление 5.02 ДБД. Лагание на консолях. И Стасик. А. Так. Фонари были. Две клозетки и колдвин. Это, конечно, гремучая смесь. Слышу. Ну, тут неудивительно, просто я наобум очень сильно бил. Ага. Она наблюдает за мной. Хит пошел. Там Петрович что-то показывает. На кого показывает? Зачем показывает? Следов не видно. Ну, он, может, кого-то видел, а тот, кого он видел, уже за полкарты убежал. Ну, за генератор садится и не хилится. Сидят на генераторе и не хилятся. Это генераж. Хотя руин еще стоит, поэтому понятно почему. Как-то она сильно долго думала, чтобы прыгать в окно. Я так уже почти и пробил ее. Суровик в палетке. Но это на полчаса. Вот уже следы. Вот уже следы. Уже прибежала. Я реально сейчас просто, 20 минут я буду поднимать этого сурва из палетки. На самом деле, если сурв падает в палетке, то лучше уже плевать на это. Мне что-то в последнее время кажется, что... Пускай быстрее они его поднимут. Ну вот, пожалуйста. О! Успел. Успел вылезти. Просто повезло. Ну, то есть, реально, три сурва сюда сбежали, как хищники. Они все со связью. Это непросто. Три сурва, которые на упавшего в палетке просто так не сбегаются. Это не рандомы, это связь. Ну, конечно, в кукурузке побегать, подергаться. Сейчас я тебя подловлю. Сейчас. Я знал, что ты не пойдешь в палетку, потому что ты не успевала в нее. Надо к крюку возвращаться. Надо было. Ну, если бы я быстрее в нее попал, я бы, конечно, быстрее вернулся. Ну, тут фрихит. Бесплатный. Я не откажусь. Ну, вообще, мне надо бы кладетку найти, ту, которую я уже вешал. Она здесь? Железная воля. И не факт, что она здесь. Ёб твою. Что творится? Землю почистили. Сразу мейн расчистить хотя бы немножко. Обе двери сломаю. О, все, и руин упал. Опять генераторов. Руина нету. Ну, в какой-то степени этот... Слышу справа. Отлично. Прочекал на фонарь. Никого не видно, никого не слышно. Буду пытаться опять от подвала играть. Ну, как иначе. Это... Ну да, это тема со связью, блин. Как бы это все вывести теперь? А чё они взрывают? Заводят прямо тут в наглую. Земля уже упала. Руина нету. Я не буду в ту постройку идти. Просто стукну. Надо возвращаться в подвал. Погоня началась. Они заводят. Там сейчас волочуга побежит. Не снимаю до сих пор. Хотя уже все, в окно прыгнуло, уже летит. Нормально перехватываю, а то я сильно оторвался от подвала. Итак. Заражение. Три заражения. Есть. Это Джилл. Висела Джилл. Нормально. Попробуйте ее дотушить. Так какого? Тут уже бегают сейвить. Нет, она отыграла умнее. Она следит за мной.
Ну что, заебись, теперь она в палетку успевает. И уткнулась, блядь, носом в маньяка и толкает, блядь, и не видно ее. Сука, ебаная абузера, блядь. Я дотунули ее, у меня, блядь, другого выхода нету. Я эту мразь буду, блядь, наказывать. Бузл такой не прокатит. Здесь еще одна палетка. Это будет 30 кругов сейчас вокруг нее. Понятно. Это как обычно. Она упала в палетке. Блять, надо было поднимать сейчас. И бежит. И все, не успеешь поднять. Это уже тут сидит, разумеется. Все, все, все. Сурв падает в палетке. Сурву со связью просто как стервятники сбегаются. И самое главное, маньяк ничего здесь не может сделать. Вот два сурва носятся с двух сторон. О, ну просто они не успели, просто не успели. Просто, ну, думали, опять фейковать буду. А я поднял. Нормально. Ну, это просто вот... О! Двое сурвов издеваются над маньяком, который уронил сурва в палетке. Один заводит. Вот и вся тактика. Все, ничего делать не надо. Вокруг палеток. Даже если они понимают, что они успевают скинуть палетку, ее не обязательно скидывать. Маньяк дает хит. Пока он отходит от удара, сурв заползает в палетку. Там кто-то... Там ослепили. Сурв заползает в палетку, тиммейты прибегают, и все. Все, ты уже не можешь поднять. Мне нужно дотушить Джилл любой ценой. Если бы не профризило, это был бы хит. Надо возвращаться в подвал. Блять, ее успели снять. Ну, разумеется, успели. Клозетка заражена. Блин, это клозетка. Попробую быстро поднять. Сука. Они повсюду, они везде все успевают. Они одновременно генераторы не заводят, а носятся по трое штук, по два сурва сейвят одного, и при этом все равно успевают что-то заводить. Где найти Джилл? Я думал, если я, наоборот, быстро подниму, они не успеют меня ослепить. Надо было в ту сторону смотреть. Хотя мне казалось, наоборот, с той стороны будет подбегать какая-нибудь кладетка. А тут эта, блядь, шушера сидела. И стеночек не было никаких. Ну, блядь. Ну, конечно, она думала, что я буду сокращать, нахуй, выбежала сюда. Я это прочитал. Но в лачугу мне нету смысла лезть без бамбузла. Это не с этими сурвами точно. Мне вообще нужна Джилл. Она не пошла. Она думала, что я пойду в лачугу. А я не пошел в лачугу. И мне вообще, я хотел Джилл найти, но раз ты допустила такую ошибку. Ну, возможно, это байт. Возможно, это откровенный байт. На то, чтобы я не отвлекался и не искал Джилл, а туннелил того, кто первый раз будет висеть. А в это время Джилл уже успешно заводит генератор. Я на этот байт купился. Ну, мне придется ее сейчас туннелить. Мне нету смысла смотреть, какой треугольник большой. Абсолютно нету смысла. Они не... А, нет, они будут ее спасать. Я думал, они не будут сейчас ее спасать. Буду туннелить. Мне ничего не остается. Мне надо туннелить. Дожимать. Сейчас эта шушера с фонариком будет лазить.
Может, надо было быстро поднимать. Если она будет дергаться, я могу не дать хит. Это тоже пойдет в коллекцию. Палетку еще не подняли. Но, возможно, уже кто-то здесь... А, она в палетке. Ну, ну конечно. И эта шушера уже сидит и ждет. И наяривает вокруг деревца. Со своей текстуркой маленькой. Все, я не могу поднять сурва. Какой раз за игру я в палетке не могу поднять сурва? Третий. Кто-то один заводит генератор, двое тут сейчас меня отвлекают и не дают поднять. Вот. А потом скажите, что сурвы не имба. Я ничего не могу сделать. Я не могу поднять. Я не могу пойти защищать генераторы. Я не могу поднять сурва, которого я убил. Я ничего не могу. Потому что такой сейчас баланс. Вот я поймал сейчас, вот попался на красных рангах на вот эту вот тиму и... Ну все, я ничего не могу. Ну, либо надо было ее сразу там поднимать и подставляться под фонарь, либо... Ну... Выбьет, да и хуй с ним, если выбьет. Нет, я не знаю, что делать. Ну, а как это контрить? Это не контрится. Не, Наташку не буду трогать, она может кого-нибудь сейчас прибьет. Ну, сейчас они как это... Как? Стоя... Этих... Гиен. Вон они, выбегают уже из поля. Хотят. Нет, вон. Идите, снимайте, я буду только на размен идти. Я не отойду от этого крюка. А у нее что, спринты? Что-то она как-то очень быстро бегает. Все, я же говорю. А теперь здоровые будут прикрывать раненого. Я так и не понял, у них там что за спринты дикие такие были. Очень быстро пробежала вокруг. И убежала. Ну, вон уже приседает счастливая. Вы думаете, вы скилловые? Нет, это игра такая кривая, непродуманная. Не радуйтесь. А им весело. А и пускай веселятся, а я обилку заряжу. У меня это тоже очки. Все, у меня максимум. Ну, люк уже закрывать тоже смысла не было, потому что у меня максимум хитрости. Вот так вот. Это просто показатель того, насколько маньяк беспомощен. Насколько на самом деле маньяк в этой игре беспомощный. Это хорошо, что я хоть в ноль отыграл. Сурвик падает в палетке. Ну, по рангам тут видно. Сурвик падает в палетке, и ты уже больше ничего не можешь. Я плохо на Sony обрезал это видео. На самом деле мне нужно было само лобби запись сохранить. Там был такой прикол. Получается, стример. Здесь есть стример ютубов с ютуба. За Эйса, который играет. Они сначала за сурвов все стояли в каких-то простых таких скинчиках, там за два этика, там за мэк и все такое. Ну, казалось бы, ну. Тима, которая нигде ничего не задонатила. Игра профризила прям вокруг палетки. Я охренею. А этот уже бегает, уже байтит. Вот. Ну, они все в таких непримечательных скинчиках были. Я нажал Ready. И потом они все внезапно... Трое сурвов резко поменяли скины на фонари. Просто персонажи, у которых фонари были. И прожали Ready все вместе резко. Ну, в принципе... Руин упал. В принципе, я... Это, конечно, фиаско. Там должен был быть мем To be continued. Когда на автохэвене, блин, с тремя фонарями, это будет... Это сложно.
Эта придурочная опять хочет вокруг палетки побегать. Понадеется, что у меня опять что-нибудь зафризит, да? На этот раз она скинула. Но она потому что не успевала, она скинула. Правильно сделала. Ну и заслепить само собой. А я еще в машину уперся. Не предугадал ее движение. Меня тут будут, конечно, унижать очень жестоко. Я не знаю. Это просто я... Я просто... В данный момент, когда я играл в эту... В этот матч, я думал... Что я просто сейчас клоун буду в прямом эфире у стримера. Вот этот дебил. Там кто-то был на генераторе, я слышал щелк. Дед. Вот. Ну вы видели, да? Нормально. То есть я буду такой мальчик для битья, прям в прямом эфире у какого-то стримера, но на самом деле стример был не в прямом эфире. Дед стонет, я его слышал. Блин. Дед под югу дерганая. Да ладно. Ну, меньше палеток, проще играть будет. А что там, скиллчек не могли словить? Серьезно? Сразу же обрезаю, подрезаю. Ой, какой орех! Как у тебя там твои подписчики на стриме? А? Успел поднять. Мне здесь могли ослепить, но я по-резкому решил сыграть и очень быстро поднял. У меня в заложниках ваш любимый стример. Приходите ко мне. Стас. И никто землю не чистит, самое интересное. Значит, оттуда побегут сейчас по прямой. Предсказуемо. Там еще одна пробежала. Уже передали инфу. Есть хит. Тыканул фонарем. Не сейвовые постройки там. На еду на перехват. Это будет размен? Нет, это не будет размен, я не успеваю. Подождем часики. Я думаю, часики уже закончились. Орех не прожимает. Присел. И сидят стервятники. Ждут. Он не просто так присел. Он же... Он думал, что... Его в меня в два дуплета сейчас ослепляют. Он там ходит еще одно. Стопудово где-то было. Вон он. Орешек. Слушай, тут можно от земли сыграть. Тут можно прям в прямом эфире унизить стримера на консоли на лагающем Стасике. Бля, на самом деле очень жалко, что он был не в эфире. Дед без фонаря, кстати. Он уже бежит на помощь. Дед раненый, кстати. Они все раненые. Они тупо сейчас генрашили ранеными и хотели поуебываться. Стримера подняли. Как вовремя. Где дед? Дед пошел там снимать, походу. У деда часы будут. Дед лежать, сука. Я вот всех убью. Орешек? Орешек? Орешек не призанул. Батюшки мои. Батюшки мои, какие мы скилловые. Кто тут? Что тут? Покажись, покажись, покажись. Они все лежат. Я звезда Ютуба. Надо было в своем профиле обязательно оставить свою ссылку на канал, чтобы переманить подписоту. Дед, сука, со стояком. Игра продолжается. Стас! Дед прошел сквозь меня, удивительно. Снимает, снимает. А что им еще остается? Вы беспомощные ублюдки, я убью вас! Стас!
тебя подрежу. Я тебя уничтожу. Она там. Ей надо поднимать тиммейтов. Эту можно поднять. Она слишком занята, она не будет слепить. Она тебя подняла. Татушечки-то-то. Всех подняли. Не получилось у меня сейчас от земли сыграть еще раз. Та-та-та-тай-тай. Дедушка-дедушка. Ни хрена себе, дед хит получил, еще через окно перепрыгнул. Пинг. Крюк. Кто-то будет сейчас крюка снимать. Ну стопудово. Где они? Ну тут не должны ослепить. Они решили это немножко градус своей наглости снизить, да? И не снимают уже под маньяком. Нет, снимают. А что остается? Она бы умерла. Ну что, что? Ну что? Часики? О, часики! Не может быть. Как же так? У тебя часики? Наташа? Ты понимаешь, что это значит? Давай свой осколок, сучка! Наташа, лови ее! Наташа! Наташа! Ну ты же, сука! Ты чем занималась? Пизда тупая, блин. Стас! Дед успеет в окно. Нет пробития. А-та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 . Это уже выхилилось. Она больше не хочет играть со мной в игры. А здесь все палеточки проданы. Остается только облизывать текстурки с моим зомбиком. Стас. Она слишком занята, поэтому я... Да-да-да, она через окно перепрыгнула. Она обосралась и не будет слепить меня. А этого я сейчас повесю. Надо будет обязательно ему еще покивать в камеру. В прямом эфире. Точно, кстати, канал надо написать. В такой момент может быть веселье прям несколько подписок к себе перетянуть. Возможно, даже заморских. Она вообще, она уже просто бежит по прямой к крюку, не пытается как-то отыграть. Там Петрович подсказывает, еще одна идет. Уже снимает. Эта палетка продает. Не ломаю. У-у-у, как больно. Но у него скиллок будет. Ну, я хитулю дал этой. Лори. И сидит радостная такая и ждет. Дайте фонариком ослепить хоть раз за игру. Сразу поднимаю, да. Стас, там инфа. И без железной воли с фонариками пришла. Я убью тебя, бич. Ран, бич. Смотрите, ей страшно. Она уже не знает, ей уже дайте ей окошко хоть куда-нибудь. Стример сдох на земле. Какой позор. Какой разнос. Дед. У них ни у кого нету железной воли. Как же хорошо, когда у сервов нету железной воли. Насколько это, блядь, имбовый перк. Он сейчас раненым мог реально меня... Он сейчас реально меня раненым мог застелсить. И на самом деле, они реально все сейчас могли застелсить, имея железную волю. Они ранеными пытались меня слепить. Но из-за того, что у них нет железной воли, они не могут этого сделать. Я слышу их стоны и слышу их очень хорошо. Поэтому железная воля, имба, надо брать на всех. Как бы ты ни играл, ты просто надо обязательно брать на всех сорвов. Пока эту имбу не понерфили. А ее не только не понерфили, ее еще и бафнули. Понерфив стридер, который в какой-то степени контрил железную волю. Разнес. Стримеров. Пати токсичных фонаристов стримеров. Блять, почти на 2 капли.
У меня три красные и одна золотая. Ну какого хрена не мог дать уже каплю? Да что за... Сурвам бы дали две капли. За три красных и одну желтую. А, это они, это мамкины-то. У них-то и ранга толком нету. Три фонаря. Вот так вот.